Абигаим бросила учиться на художника, чтобы не размениваться карьерой певицы. И совсем не напрасно, судя по тому, что она уже достигла полуфинала. Встречаем Абигаим Мурзабекова. Она очень сильная духом. И плюс дерзко ведет себя уверенно на сцене, занимается своим любимым делом. Это человек, который заслуживает уважения. Хорошо, когда в человеке живет характер, самовыражение. Несмотря на то, что она в жизни своей пережила кое-какие такие потрясения, она идет, борется. Все это выражает в музыке. Будем надеяться, что сегодня она нас тоже сможет удивить. Волнительно. Я немного переживаю, потому что песня, которую я буду исполнять, технически намного сложнее первой песни. Она испанская, называется «Creo en mí», что в переводе означает «я верю в себя». Песня о надежде, искренней вере, которую ты должен держать в себе и сохранять вот эту искру до последнего, несмотря на все преграды и трудности в жизни. Когда я впервые услышала эту песню, она отозвалась в моей душе, потому что она коснулась всех глубинных частей моего сердца. Я чувствую, что напряжение растет. Конкуренция, хоть и небольшая, но очень сильная. Очень хочу пройти в финал. Это моя цель. Если этот проект на этом этапе закончится для меня, то это будет, безусловно, грустно, потому что я уже на протяжении многих дней готовлюсь. Я буду, наверное, ощущать пустоту. Этот конкурс кардинально изменил мою жизнь. Я переставила приоритеты в своей жизни и много чего изменила. Во мне сейчас намного больше энергии и силы. У меня искреннее желание достигать высот. Появилась уверенность. Уверенность в том, что я способна на многое. Музыка для меня — это жизнь. На сцене я вкладываюсь по полной. Я очень люблю зрителей, люблю с ними взаимодействовать на сцене. И я бы очень хотела, чтобы они ответили мне тем же теплом. И я бы хотела, чтобы они мне давали этот фидбэк. Дорогая моя любимая доченька, ты у меня самая умная, самая талантливая, самая яркая девочка. Я всегда гордилась тобой и буду гордиться. У тебя все получится. Пека, твои родные и близкие, мы всегда рядом с тобой и готовы поддержать в любую секунду. Ты самая лучшая сестра, достойна победы! Мы тебя любим! Вперед! Ура! Боже мой! Это так мило, я чуть не прослезилась. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам за эту поддержку и за теплые слова. Кажется, надо немного расслабиться и успокоиться. Эту миссию возьмет на себя очень яркая и перспективная Абигаим Мурзабекова.
Аплодисменты звучат в твою честь. Тебе-то самой понравилось выступление? Мне кажется, там были кое-какие недочеты, но я спела неплохо. Неплохо? Круто! Круто! Знаете, мне нравятся люди, которые признают свои маленькие какие-то погрешности, ошибочки. Это говорит о том, что есть куда стремиться, да? Но самое главное, что ты излучаешь свет. Вот такой хороший свет, и он греет всех. Я думаю, это зрители почувствуют и проголосуют за тебя. Спасибо. Ты же понимаешь, ты лучшая. Помни об этом. Спасибо большое. Я это очень ценю. Бегаим не боится открывать для себя новые горизонты, показывать новую Бегаим своим зрителям. Сегодня, после такого крутого полуфинального выступления, вне зависимости от того, как сложится история с гранд-финалом, я считаю, что ты уже достигла того, чего хотел. Спасибо, Сергей. Волшебный, сказочный, красивый голос Бегаим покорило мое сердце. С первых нот я уже Бегаим сказала, что у нее очень красивый, очень звонкий, нежный, плюс сильный голос. И сегодня она доказала, она оправдала наши надежды. Спасибо!